Побеждают не только с оружием в руках, но и со спицами и пряжей, уверена жительница Ульяновска Вера Ерофеева. Она вяжет с детства, начинала для себя, позже для родных и друзей. А с объявлением мобилизации Вера не смогла остаться в стороне. Через добровольческую группу Вера отправила связанные ранее теплые носки. Достала их из закромов. Первые мои носки были в обычном пакетике с бумажкой с надписью «С любовью в каждой петельке». Вера связалась с добровольцами движения ЗВ и узнала о потребностях бойцов. Как говорится, один в поле не воин. Вера поняла, что необходимы еще руки. Она объявила о своих намерениях и нашла единомышленников. Сейчас в рядах вязальщиц 740 женщин. То есть у нас есть и юные девочки, и бабушка 83 годика, и женщины из силикатного, которые вяжут до мозолей, вынуждены брать иногда отпуск, чтобы залезать в свои ранки, потому что пока девочкам, женщинам не скажут, что все, стоп, у нас отпуск, они будут вязать без остановки и днем, и ночью. Размерная сетка с 41 до 48. Умелицы заметили, в каких подразделениях служат самые крупные мужчины. Они мотострелки. Вот им мы отправляли. Медики, немаленькие ребята. А остальные, как таковые, 42-43. Вот. Поэтому одна женщина тоже вязала, она говорит, ну почему же вы не вяжете 40-й? Я говорю, ну почему? Мы вяжем. Например, зависит от пряжи. То есть если ты связал пряжа жесткая, и после стирки она не растягивается. Получается размер 40. Пряжа под названием носочная, меринос, шерсть, акрил. Материал разных видов подходит для создания теплых изделий. Есть народные пряжи. То есть то, что народ принес, мы смотали в моточки в аккуратненько, чтобы было удобненько. Они идут, например, уже в резиновые сапоги. То есть в любом случае там в зимние сапоги, в резину, они чуть потолще. Но результат один. Точнее, два теплых носка отправляются бойцу. Вот, например, носки из шерсти акрила 46 размер. И заметьте, на каждой паре есть бирочка с названием группы «Связано с любовью ЗВ». Более 3000 пар отправили активистки движения «Спицназ». От слова «спица» так мастериц прозвали в народе. Вязать носки для защитников Вере помогает ее мама Татьяна и сиамский кот Дема. Котик, вопреки стереотипам, не любит играть с клубками пряжи. Ему по душе устроиться поудобнее и мурлыкать, наблюдать за движениями рук. А Татьяна вкладывает любовь в каждую петельку, ведь там, на передовой, чей-то сын, который должен вернуться целым и невредимым. Как? Помогать надо обязательно. Надо, чтобы дети вернулись. Нельзя, чтобы они погибали. Это так нельзя, это так нечестно и неправильно. Как сможем, можем, так и помогаем. Кто чем? Кто, я же рассказала, кто деньгами, кто... Еще Вера и ее мама начали вязать манишки, нагрудные вставки с воротничками. По словам Веры, бойцам в них удобнее, чем в шарфах и балаклавах. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.